Так, всем добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, всех жду на эфир. Здравствуйте. Присоединяемся. Я хочу в марафон. Все, кто хочет в марафон, могут написать мне в директ, я расскажу, что делать. Ирочка, здравствуйте. Рада видеть. Карина, привет. Как там мои собаки? Кариночка, расскажи мне. Муж поправился. Муж поправился. Сын заболел. Так что мы все по очереди. Всем здравствуйте. Присоединяемся. Как, кстати, сегодня? Добрый вечер, Олечка. Здравствуйте. Мое настроение, Люда, хорошее, у меня все хорошо. Вот. Добрый вечер, здравствуйте. Ну, у нас у всех симптомы одинаковые, но у меня тест положительный, а у других нет. Вы красотка. Очень хочу вашу атмосферу. Привет из Германии. Не болейте. Добрый вечер. Соскучилась по вам, как я вас обожаю. Спасибо большое. Рада вас видеть. Здравствуйте. Прекрасно выглядите. Скучала по вашим эфирам. Сегодня наконец-то появилось время. Какая у вас хорошая атмосфера в эфире. Спасибо большое. Как поддерживаете мужа и сына? Дашенька, как я могу поддерживать? Ухаживаю, лечу, готовлю кушать, подбадриваю, обнимаю. Что еще? Люблю. Очень хочется на марафон. Давайте тогда не будем затягивать, откладывать в долгий ящик, потому что я уверена, что все, кто хотел выиграть бесплатное место на марафон, они уже все здесь, все знали, во сколько эфир. Поэтому пишите цифру 1, те, кто хочет участвовать бесплатно в моем марафоне. Но запомните, что есть одно условие, что для того, чтобы получить это место, вам нужно будет выйти ко мне в эфир и подтвердить свое желание участвовать в марафоне. Поэтому пишите, пожалуйста, цифру 1 и удачи всем! Леночка лучшего, привет, моя хорошая. Здравствуй, моя дорогая. Слушай, прочитала сторис сегодня Алены твоей. Я, честно говоря, в большом шоке от того, как Оля Рапунцель поступила. Просто в шоке, правда. Я не ожидала, что так можно кинуть просто человека нагло. Сама вышла, сама попросила посуду. Набрала на огромную кучу денег посуды и не выполнила свои обязательства. Я просто присутствовала на передаче, где уже разбирали просто такой же точно случай с Олей Рапунцель, когда она не выполнила свои обязательства. А сейчас я читаю от своей хорошей знакомой, что тот же самый случай произошел с ней. Ну, я просто хотела попросить, вы в следующий раз, пожалуйста, пишите мне. Вы же знаете, что на проекте все друг друга все равно знают, там бывшие, не бывшие участники, и слава бежит вперед паровоза. Пожалуйста, очень прошу вас никогда не делать таких решений скоропалительных. Ну, Лен, ну ты же знала, что можно было написать мне и уточнить просто, можно, не можно сотрудничать с ней или еще что-то. Но я просто, мне прям реально просто жалко и безумно стыдно, что может быть такое происходить. Вот правда. Мы тоже были в шоке, у Аленки молоко пропало. Да я вообще, я не знала про эту ситуацию. Я сегодня, когда прочитала, я просто была в шоке, что можно так поступить. Это просто ужас. И причем выставлять накрытый стол вашей посудой и заблокировать вас везде, порядочных, нормальных людей, я в шоке. Правда, я просто вообще даже не знаю, что сказать на это.
Кроме того, что больше никогда так не делайте, всегда спрашивайте. Ну, вы же знаете, что у вас есть у кого спросить. Ну, спросите. Что случилось? Да я просто узнала сегодня историю с моей хорошей знакомой, у которой магазин посуды, шикарная посуда, vaza.com. Почитайте в сторис у нее, что оказывается, сколько там времени назад, перед Новым годом, Оля Рапунцель написала ей, попросила посуду по бартеру за рекламу. В итоге ей привезли много посуды, которую она заказала на крупную сумму. А она не выполнила свои обязательства, не отметила магазин, не рассказала о нем. Просто заблокировала ребят везде и не отвечает. Но посуду выставляет у себя. Я, конечно, просто вообще... Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. А потом обижаются, что к ней плохо относятся. Ну как можно обижаться? Как можно вообще так непорядочно поступить? Ну как? Я в шоке, правда. Если бы это еще... Нет, была история, когда в прямом эфире там ее на передаче разбирали по такому же поводу, только с детской одеждой. Вот, я тогда сказала, что, ребята, если вы хотите нормально существовать после проекта, вам нельзя просто свое имя дискредитировать таким образом. Просто будьте порядочными с людьми, и к вам будет другое отношение. И тут такая история. Я просто в шоке. Как вам идет желтый цвет? Спасибо большое. Кирюша, привет! Мой сладкий присоединился. Да ты мой хороший. Так, ну что, ребята, октябрята, давайте разыгрывать бесплатное место на марафоне. Итак, я считаю до 10. Быстренько пишем цифру 1. И тот, кто кому повезет, тот должен будет выйти в эфир и подтвердить свое желание участвовать в марафоне. Поэтому... Давайте начинаем. 1, 2, 3. Пишем, девчоночки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. 10. Итак, я начинаю розыгрыш бесплатного призового места на моем марафоне. Итак, закрываем глаза, листаем. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Ирина Александровна, после ковида можно участвовать в вашем марафоне? А почему нет? Почему нет? Так, еще раз листаем. Цифру 1 нужно написать, чтобы участвовать. И? Так, и? Наталья? Счетная или шетная? Или как? Не могу понять. Ну, в общем. Так, Наталья. Не могу вас присоединить в эфир. Почему-то странно. Наталья Задорожная. Присоединяйтесь к эфиру, пожалуйста, потому что я почему-то не могу вас в эфир. Вы потому что не подписаны на меня или что? Почему я вас не могу в эфир пригласить? Попробуйте вы ко мне присоединиться, Наталья. Если вы меня слышите, попробуйте ко мне присоединиться. Если нет, мне придется переиграть. Итак, Наталья Задорожняя, присоединяйтесь к моему эфиру, либо я переиграю место. Так. Ларочка Лапердина пришла. Моя девочка, красавица. Не вижу Наталью Задорожнюю почему-то. Не получается.
Так, Наталья, жду ваш запрос. Так. Не вижу, не вижу, не вижу. В общем, Наталья, у вас есть шанс за этот эфир попробовать присоединиться. Если получится, значит, все будет хорошо. Если нет, ну, к сожалению, тогда никак. Итак, еще раз. Давайте начнем. Привет из Белоруссии. Привет! Обожаю Белоруссию просто. Итак, еще раз листаю. Итак, Юлия 80. Юлия 80 присоединилась к нам. Выходите в эфир. Юлия. Юлия 80, выходите в эфир. Так. Жду вас, жду вас, жду вас. Ну, где вы? Где вы? Так, девчонки, ну что, что такое происходит? Почему не присоединяется? Так, ладно. Юлия 80 не может присоединиться. Окей, хорошо. Если вы не можете, то тогда смогут абсолютно другие люди, которые хотят действительно этого. И поэтому мы сейчас выберем другого человека. Вот, например, например, Татьяна Успенская. Ага, Татьяна Успенская, жду вас. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, как неожиданно, боже мой. А, Татьяна, я видела, что вы даже поставили не одну циферку один, а... Ой, я уже старалась изо всех сил как-то вот, да, да, поучаствовать. Это говорит о том, что вы действительно очень сильно хотите участвовать в марафоне. Да. Правильно? Да. А из какого вы города? Из Смоленска. Из Смоленска, очень приятно. Наташенька, сколько вам лет? Татьяна, 53. 53. Мы с вами ровесники, в принципе, да? Я чуть-чуть старше. Вот, очень рада прибавить вас. Ой, как я рада, Господи, вы не представляете. Обязательно после эфира сейчас напишите мне в директ, и я вам пришлю ссылочку на марафон. И вы теперь полноправный участник нашего февральского марафона «Добра». Спасибо большое. Я, ну, настолько вот, ну, обычно невезучая, а тут как-то мне прямо... Не верю еще пока сама. Спасибо огромное. И вам обязательно понравится, я просто уверена. Жду вас. Спасибо. Спасибо большое еще. До свидания. Так, на крестик справа в верхнем углу. Ура, поздравляю. Смотрите, какая приятная у нас Татьяна, да? Вот просто мне вот сразу прям понравилось. Я не знаю, каждый раз, когда кто-то из вас выходит в эфир, каждый раз такие приятные лица. Очень вообще здорово, когда есть такая обратная связь, когда не только вы меня видите, но когда я вас тоже вижу. Это всегда интересно, это всегда классно. Это всегда ты понимаешь, что ты не просто так общаешься с камерой, а действительно тебя смотрят люди, действительно они хотят на тебя смотреть, тебя слушать. Это здорово. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Ой, какие вы у меня замечательные. Ну что же, мои хорошие, завтра у нас состоится еще один эфир, еще одно место. На сегодня эфир закончен. Так что все, кто хочет присоединиться к марафону, не ждите удобного случая, просто приходите, потому что у нас действительно классно на марафоне, и я уверена, что вам понравится.
так же, как и сотням других, которые уже побывали, многие остаются, приводят с собой подруг, родственников, друзей. Так что приходите, не пожалеете. Я вас всех жду, пишите в директ на почту и записывайтесь. Всем пока, всем хорошего вечера.